Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И я сейчас хочу вам показать одно из наших достижений, из достижений лаборатории психофизиологического обеспечения. Это наш второй патент. Это было трудно, это было сложно, это было дорогостояще, но мы справились с этим. Мы создали аппаратно-программный комплекс АПК «Контроль-допуск». Так вот он называется, автоматизированный предсменный психофизиологический контроль, контроль-допуск, сокращенно АПК-КД. Это второй наш патент. Здесь вот можно посмотреть наш первый патент на автоматизированную систему ЛПФО, достаточно интересную вещь, имеющую двойной функционал и так далее. А здесь, собственно, аппаратно-программный комплекс, который позволяет проводить предсменный психофизиологический контроль на предприятиях совершенно различных сфер деятельности. Давайте зайдем на наш сайт, и на странице «Коммерческие предложения» вы можете видеть эти предприятия. Это предприятия атомной сферы, авиационные предприятия, предприятия нефтегазовой сферы, предприятия железнодорожного транспорта, организации медицинских каких-то учреждений, сферы деятельности, автотранспортные предприятия, кадровые службы, службы безопасности, банки, золотодобывающие компании, рекрутинговые агентства, предприятия по производству минеральных удобрений, сферы образования, дошкольные учреждения и иные какие-то предприятия. Это те предприятия, с которыми ЛПФО заключает договора на обследование, психофизиологические обследования по автоматизированной системе АСЛПФО. Предприятиям передаются эти программные средства АСЛПФО, и соответственно мы дистантно проводим психофизиологические обследования этим предприятиям. Кроме того, я знаю, что это востребовано. Понятно, что, допустим, предприятия атомной сферы, атомные станции, у них существуют там смены на блочных счетах управления, БЩУ так называемые, выходят смены несколько десятков человек и следят за работой атомной станции на большом-большом таком огромном щите управления. Летчики, да, железнодорожники, перевозящие опасные грузы, равно как и автотранспортные какие-то организации, опять же, да, перевозящие опасные грузы и так далее, и так далее. Золотодобывающие компании и так далее. Во многих случаях требуется предсменный контроль функционального и оценка функциональных и адаптационных возможностей лиц опасных профессий. Повторюсь, летчики, операторы, инженеры, предприятия каких-то транспортных компаний и так далее. Везде, во многих предприятиях эта услуга очень сильно востребована. Надо оценивать, а как человек выходит, допустим, перед рабочей сменой, или же, допустим, летчик идет в полет, как он себя чувствует. Медицина медициной, это хорошо, измерение давления и температуры, но тем не менее, а как у него дело обстоит с функциональным состоянием. Медицина ответ на этот вопрос не дает. А психически ли здоров этот человек, а соответствует ли он норме, допустим, тот же летчик, да, и так далее. Вот о чем идет речь в данной ситуации, в данном автоматизированном контроле, контроле допуске. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!